13th January 2022, VRP Consulting. Technical Meetup. Сегодня, коллеги, мы поговорим с вами не столько на технические темы, как обычно, знаете, там не будет сегодня паттернов, не будет сегодня какого-то жесткого кодинга или чего-то еще такого, да, мы поговорим на довольно такие простые темы, мы поговорим об интеграции Salesforce и Slack, мы поговорим о различных картах, которые есть у нас в Salesforce, да, вот, ну и перед тем, как мы начнем, хотелось пару слов сказать про первую часть. Почему? Потому что она такая довольно интересная. Salesforce, когда приобрел Slack, ну, вы знаете, было много шума, там Salesforce купил, там и так далее. А зачем? Вот. И вот интересная вещь, про которую хотелось бы сказать пару слов. То, что интересно то, что суммарно и клиентов Salesforce, и компаний тех, у которых есть Slack, их 180 тысяч порядка всего. Ну, это вот такое количество, да. Вот, из них всего 11% компаний, вот из этого числа, у которых есть и то, и другое. Понимаете, да? То одна из причин, конечно, это, наверное, возможность продать тем, у кого есть Slack, Salesforce, а тем, у кого есть Salesforce, Slack. Да, все еще знают о другой дополнительной причине. Chatter. Ну, все пользуются чаттером, да, и он все-таки уже смотрится немножко бедновато на фоне того же Teams, да, от Microsoft и так далее, да. И все-таки Slack, он здесь может предложить больше, больше гораздо интересных вещей, да. Но есть еще и другая вещь, тоже очень интересная. Вот мы с вами все, когда работаем, пользуемся мессенджерами. Согласны, да? Почему? Почему мы пользуемся мессенджерами? Почему мы не отправляем e-mail, например, да? Долго. В мессенджере это сделать быстрее. Почему мы полностью не перешли на мессенджер? Почему все-таки пользуемся e-mail'ами? Другой вопрос. Потому что все теряется. Потому что в мессенджере невозможно найти ничего, если там прошло пару дней, часов, все. Это все полностью теряется. Так вот, используя то и другое, в принципе, мы можем... Я думаю, что в ближайшем будущем, в принципе, отказаться от использования e-mail'ов для внутрикорпоративного общения. Понимаете, если мы будем использовать и Salesforce, и Slack. Salesforce позволяет нам систематизировать сообщения. Slack позволяет решать вопросы быстро. Да, для клиента все еще, конечно, нужно будет пользоваться e-mail'ом, отправлять сообщения. Вот, но... Для внутрикорпоративного общения, да, вот, для обсуждения проблем на проектах, там, каких-то вопросов, в принципе, используя такую связку, вообще можно отказаться от e-mail'ов. Я считаю, я думаю, что мы в будущем, в скором будущем это увидим. Но я зашел уже очень далеко, да, потому что у нас для этого есть отдельный спикер, Михаил, мой коллега. Он вам расскажет гораздо больше об этом и сегодня покажет несколько демо. Михаил. Дима уже немного ввел в курс дела, о чем сегодня будет идти речь. Сегодня мы поговорим об... Я вам расскажу о интеграции Slack и Salesforce, как это можно делать, как это делают. И немножко о себе. Ну, меня зовут Михаил, я работаю в компании VRP Consulting и как раз, собственно, занимаюсь... сейчас вопросом, как это все дело соединить и использовать. У меня небольшой опыт выступления перед аудиторией, большой, поэтому прошу отнестись с пониманием, если в моей речи какие-то будут моменты вас смущать. Итак, собственно, про Slack. Вообще, что это такое?
Slack — это мессенджер, удобный мессенджер, который позволяет нам в одном месте вести все дела нашей компании или организации, нашей команды, неважно, чем мы занимаемся. В Slack все сообщение, оно разделяется на workspace, в которых происходит, собственно, само общение. То есть это как виртуальный офис, в котором находятся все ваши сотрудники. Всегда под рукой, вы можете любому человеку написать. Workspace делится на каналы. Каналы мы можем разбить на какие-то там наши цели, там поддержка, какую-то информацию в каналах постить, можем общаться, тематические каналы, каналы отделов, можем писать нашим сотрудникам в личку, то есть все это есть, это очень удобно. Есть возможность групповые конференции проводить, там в Slack можно настраивать много всего, кастомные уведомления для того, чтобы отсеивать шум, отсеивать спам, чтобы приходили только те уведомления, которые относятся к вам как к сотруднику или которые вам интересны. Ну, внешний вид, настройки каналов, там это само собой, это есть в Slack. Также важно отметить, что для этого мессенджера есть огромное количество различных приложений, которые позволяют интегрировать его с другими какими-то сервисами или с другими приложениями. Все стандартное там уже есть. Это Google Календарь, Gmail, всякие другие сервисы там почтовые, которые могут использовать люди. Есть платные, есть бесплатные. Все вот это может вам приходить сразу в мессенджер. Сразу, где работает вся ваша компания, вы можете сразу письмо пересылать там какому-нибудь, например, ответственному сотруднику. Само собой, удобный API, это очень важно, и хорошая документация, она вся на английском, есть частичный перевод на русский, хороший, причем видно, что не транслейт это делал. И также важная вещь, наверное, даже одна из самых важных, это вопросы, которые Slack позволяет нам решать при помощи автоматизации. Есть такие вещи, как шоткаты, слэш-команды. Это когда пользователь нажимает или вводит, например, слэш какая-то команда, и происходит какая-то логика, которую вы заложили, то есть какая-то автоматизация. Там приходит уведомление автоматически, что-то куда-то отсылается. В общем, то, что вы туда заложили. Также важно отметить, что есть такая штука, как Slack Workflow Builder. Я думаю, что все здесь работают с Salesforce, знают, что такое Flow, что такое Process Builder. Вот это похожая штука, она позволяет накликать какую-то логику. Если схематично это выглядит примерно вот так, вы создаете и при помощи кликов дополняете, создаете степы, и в эти степы вкладываете какую-то логику. Можете интегрировать это с какими-то другими приложениями. Ну, в общем, очень похоже на Flow. Конечно, хорошие вещи, они платные. Примерные цены указаны здесь. Стоит отметить, что бесплатная версия Slack, она весьма удобная, она бессрочная, ее можно использовать. Есть ограничения, само собой, но она бессрочная. Из ограничений, которые, наверное, самые важные, это недоступность Workflow Builder, бесплатной версии. И, ну, понятно, что лог истории меньше, чем в других, количество места для пользователей, для их файлов, которые они пересылают, и для каких-то там документов, переписки тоже также ограничено. И также вот важным ограничением, таким, ну, наверное, немного неприятным, бесплатной версии, это видеозвонки, они возможны только один на один. В платных версиях там может участвовать до 15 участников. Ну и, соответственно, чем дороже тарифный план, тем, соответственно, больше возможностей. И, собственно, интеграция. Как это все дело может связываться с Salesforce? Ну, я бы разделил это на три как бы направления. Первое направление – это то, что предлагает сам Slack. Это пакет, который можно установить на App Exchange. Мы дальше чуть-чуть это посмотрим. Это возможность связки Slack API с Salesforce API. Ну, для Slack API есть множество библиотек на всех популярных языках, поэтому, в принципе,
Логика, я думаю, понятна. И сторонние сервисы – это есть сайты, на которых можно зарегистрировать орг, можно зарегистрировать Slack, и они как посредники будут выступать, пересылать какую-то нотификацию, ну, то, что вы там у них, соответственно, купите. Но это такое себе решение, потому что третьи сервисы, информация корпоративная, наверное, это не очень хорошо. И, собственно, первый вариант сейчас я хочу рассмотреть – это как воспользоваться пакетом, который предлагает сам Slack. Все дело это устанавливается в три шага, ну, условно в два шага. Первый – нужно установить приложение в самом Slack, и нужно установить сам пакет на org. Пакет можно найти на… пакет приложения для Slack, которое нам необходимо для работы, можно найти вот по такому URL, это ваш workspace, slack.com apps, набрать в поисковой строке Salesforce, и вы сюда попадете. Тут все просто. Нажимаете Add to Slack, добавить в Slack, и дальше следуйте инструкциям. Там никаких сложностей не будет. С AppExchange, я думаю, тоже все понятно. Набираем Salesforce for Slack, устанавливаем пакет, и, собственно, мы дальше рассмотрим настройку и основные возможности. Принцип работы – что вообще может делать этот пакет? Он может просматривать сообщения, относящиеся к каким-то либо записям, отправка записей и филдов, которые вы настроите в Slack, настройка оповещения об изменениях каких-то. В принципе, я сейчас все это вам покажу. Сейчас я пошарю экран. После установки все, что связано со Slack, доступно на странице Slack Setup. Здесь происходит и вся настройка, соответственно. Ну, орг чуть-чуть подтормаживает, конечно. Такое бывает. Сейчас обновимся. Так, вот страница настройки. Когда вы только установите, здесь не будет никаких зеленых галочек. Но тут тоже на самом деле все понятно. Я заострю внимание только на основных каких-то важных моментах. Понятно, что нужно подключиться, нажать Authorize. Этот пакет позволяет нам получать нотификацию и какие-то изменения на кастомных объектах. Для того, чтобы эта нотификация приходила, нам надо вот здесь наши кастомные объекты добавить. Сейчас у меня здесь один кастомный объект, я его уже добавил. Ну, соответственно, если у вас будут какие-то ваши объекты, они будут в этом списке. После того, как они добавлены, их нужно активировать. Тут тоже на самом деле для пользователя все просто. Нужно нажать кнопку Activate. Все происходит под капотом самостоятельно. Грубо говоря, на самом деле, насколько можно понять из кода, этот пакет, он создает триггеры на наших кастомных объектах, и далее мы настроим, каким образом это все будет срабатывать. Есть возможность вот делать нотификацию, которая происходит на объектах. Ну, тут тоже на самом деле все просто. Мы вводим какое-то имя, неважно. Выбираем объект, который нас интересует, например, там opportunity. Есть два типа нотификации. Нотификация уровня объекта и нотификация уровня записи. Если уровня объекта, то вам будет приходить нотификация, когда происходят изменения на всех объектах этого типа, то есть обо всех записях, которые имеют, например, тип opportunity или record level, ну, соответственно, это про конкретную запись идет речь. Дальше мы должны добавить филды, для которых эта нотификация будет доступна. Здесь тоже на самом деле все просто. Мы выбираем, например, там stage, выбираем ситуацию, когда, например,
stage изменяется, нам будут приходить нотификации, либо же, когда он равен какому-то там значению. Я думаю, что тут все понятно. Дальше, важный момент, здесь у нас мы добавляем кнопки на лейауты наших объектов, которые возможны для работы со Slack, в том числе кастомных, которые мы только что добавили. Как это выглядит на самом лейауте, я чуть попозже покажу, поэтому не буду заострять внимание. Здесь надо накликать и добавить, все как бы понятно. И последнее, это, собственно, куда у нас будут приходить наши уведомления. У нас уже подключено все, есть орг, который я добавил, и мы выбираем просто channel, meetup, обзываем его, и он, соответственно, у нас здесь сохраняется. Дальше, как это работает? Например, у нас есть opportunity. Заходим на layout, мы добавили вот две кнопки. Есть возможность отправки в Slack каких-то сообщений, которые нам нужны. Вот выбран объект Opportunity, выбран конкретная у нас запись, выбран Workspace. Нам остается только добавить либо пользователя, либо channel, в который мы это пришлем, написать какое-то сообщение, например, и нажать «Отправить в Slack». Отправка происходит и приходит к нам сюда вот эта вот нотификация. Отсюда мы можем менеджить алерты также таким же образом. Мы можем для этой записи прямо отсюда накликать какую-то нотификацию, которая нас интересует, например, сейвим. Вот так это примерно работает. И также мы можем настроить алерты для записи отсюда. Ну, выбираем, куда они будут приходить, и, соответственно, мы накликиваем. Вот это то же самое, что у нас там было выбрано. Выглядит это примерно вот так. Переключаюсь на Slack. Вот у нас изменился stage, пришел алерт. Отсюда мы можем посмотреть эту запись. Посмотреть какие-то данные, можем, ну, соответственно, поменеджить алерты, можем некоторые вещи изменять, например, мы можем поменять next step, сейвим, смотрим, вот наш step сюда записался. И как бы на самом деле это и есть основные возможности этого самого пакета. А ведь, согласитесь, для бизнеса хочется чего-то большего. Хочется, чтобы как-то было хотя бы вот так, хотя бы какое-то взаимодействие было со стороны Slack, и что-то можно было изменить больше. Например, вот у нас есть квота. И, допустим, у нас есть ответственный сотрудник, который должен эту квоту там как-то запрувить, да, что все хорошо. И, например, вот так. Новое сообщение мне пришло. Выглядит это примерно вот так. Это не пакет уже, это второй способ, который я хочу рассмотреть. Это вот этот вот пример. Приходит сообщение, в нем есть две кнопки. Есть информация, есть ссылка, чтобы мы могли перейти сразу туда. Пользователь нажимает approve, получает уведомление, что все произошло хорошо. И наша квота заапрувлена. И как же это работает? Каким образом это работает? Этот вопрос я бы разделил на три составляющие. Первая составляющая – это как отправить это все дело туда, куда нужно, ответственному сотруднику, а не кому-то другому. Вторая составляющая – это, ну, вот как сделать это самое сообщение, чтобы оно выглядело вот таким вот образом. И третья составляющая – это каким образом мы можем получить ответ, что пользователь нажал кнопку «Approve»,
или reject, ну, соответственно, как-то обработать эту логику на стороне нашего орга. Для того, чтобы это все дело работало, нам также понадобится создать Slack application. Это такая же штука, как мы устанавливали, когда пакет, мы ставили два application. Первый мы ставили в Salesforce, второй мы ставили в Slack. Вот нам надо создать такой же application. У меня он уже создан. Создать можно на страничке api.slack.com/apps, если вы залогинены под своим workspace, у вас появится вот такая возможность create new page. Я просто покажу то, что у меня уже создано. Когда мы создаем Slack application, тут генерится сразу verification token, который будет добавляться в ваши сообщения, чтобы вы могли проверить, от вас ли это сообщение пришло из вашего Slack, то есть таким образом. И для того, чтобы сообщение пришло именно туда, куда нужно, генерятся также токены, которые нам необходимы будут для того, чтобы наше сообщение могло быть опознано, что это мы прислали, да, и, соответственно, запущено в Slack. Токены бывают двух видов. Они бывают уровня нашего приложения, которое мы создали, и уровня бота. Токен уровня приложения позволяет нам много чего делать. Он позволяет нам менеджить наш workspace, удалять юзеров, добавлять там в channel и получать информацию о них и так далее. Поэтому ну, для того, чтобы запостить какое-то сообщение, лучше использовать токен уровня бота. Каким образом это все дело получается? Когда мы создаем наше приложение, у нас генерится автоматически вот такой токен. Безопасность. Безопасность определяется скоупами. Для каждого токена мы должны задать скоупы, то есть это пермишены, что может делать пользователь, у которого есть такой токен. В данном случае мы добавили только chat-write. Почему и какие скоупы, это можно посмотреть в документации к API. Вот, например, мы будем использовать вот этот самый запрос. И, как мы видим, для bot-токен нужен такой вот скоуп. Соответственно, если нам понадобятся какие-то другие вещи, мы захотим там получить какую-то информацию, нам понадобятся другие скоупы, их надо будет добавить к этому токену и, соответственно, нажать reinstall кнопку. Так, хорошо, с этим вроде в целом понятно. А что такое вообще в принципе сообщение в Slack? Сообщение в Slack выглядит примерно вот так. Это JSON. Вот мы только что открывали post-message, да, вот нам нужно послать post-запрос на такой вот адрес, добавить наш токен, который у нас сгенерился, который мы только что обсуждали, добавить ID юзера и добавить текст. В данном случае пользователю просто придет текст «Hello» и все. Стандартный ответ выглядит примерно вот так. Он возвращает channel ID, возвращает ID, которое позволяет потом обращаться к этому самому сообщению, и само сообщение. Вот наше сообщение, type message. С этим тоже, я думаю, все понятно. Хорошо, а тогда возникает вопрос, а как сделать сообщение вот таким? То есть, чтобы в нем была какая-то информация, все было. Для этого у Slack есть такая классная штука, блок kit builder. Это UI-фреймворк, который нам позволяет собирать сообщения, внешний вид. Сообщение — это JSON, как я уже говорил. И вот, вот эта вот информация, которая здесь вот в примере, да, это блоки, которые мы добавляем в список блоков. Все, в принципе, несложно. Здесь же мы можем видеть все то, что мы можем использовать. Здесь много, на самом деле, элементов, которые позволяют очень много нам сделать. Например, date picker, какой-то разделитель, баттоны мы можем вот таким вот образом добавлять.
много чего. Инпуты, селекты. Ну, по сути, на самом деле, то, что есть в HTML, основное здесь присутствует. И как это выглядит в виде JSON, мы можем посмотреть вот здесь. Мы можем посылать модальные окна. Выглядеть это будет вот так в модальных окнах. Мы можем посылать аттачменты какие-то. Вот так выглядят аттачменты. Но в данном случае мы посылаем простое сообщение, и вот такой внешний вид добивается темплейтом. Я взял просто стандартный темплейт. Вот две кнопки, информация, которую нам нужно положить, ссылка и, соответственно, заголовок. То есть, по сути, нам надо вот это вот скопировать, положить в текст нашу дату. Она, кстати, имеет форматирование Markdown, соответственно, вот выделение, новая строка, все это в Markdown. Поэтому это нужно учитывать. И, собственно, обязательно положить value. Вот мы видим, у нас есть две кнопки, и в value нам нужно положить какое-то значение, чтобы мы потом могли идентифицировать, какую кнопку пользователь нажал и какую логику нам нужно запустить. И все вот это дело просто вставить вот сюда, под текст, вот этот, весь этот список, blocks и наш сформированный JSON-чик. Важный момент такой есть, когда мы посылаем вот такое простое сообщение, вот этот текст, он используется как основное тело сообщения, которое мы увидим. Когда мы сюда добавляем блоки, в таком случае этот текст используется как текст нотификации, который появляется у нас вот внизу, как правило, экрана или на телефоне, когда мы можем открыть и увидеть там коротенький текст, что там содержится. Все. Хорошо. С сообщением мы тоже разобрались. Остается третий пункт, каким образом нам это все дело при нажатии на кнопку отправить на наш орг и как там это все идентифицировать. Как это делается? В настройках нашего application есть, сейчас, секундочку, я тут все заготовил, есть вкладочка Interactivity. И вот здесь вот мы добавляем наш URL. Это тот URL, который у нас, собственно, будет принимать все ответы из Slack. То есть все ответы — это значит ответы, которые нам будут идти при нажатии на любой элемент, с которым может взаимодействовать пользователь. Это кнопки, селекты, ну и так далее. Все это будет идти сюда. То есть нам на стороне орга нужно как-то это дело будет идентифицировать, понимать, что нам пришло, и запускать соответствующую логику. Этот момент надо предусмотреть. Ну и как бы, как понять, что пользователь у нас нажал на, конкретно в моем случае, там на approve, да? Вот текст ответа. Ответ приходит вот такой, просто у нас большое сообщение, и здесь у нас будет большой развесистый JSON. Он вот тут находится. И вот здесь вот нам интересен, что касается баттонов, это вот этот параметр action. И наш value, он будет здесь, тот value, который мы положили в наш баттон. Ну, в данном случае я положил, что пользователь нажал approved, и ID нашего рекорда, то есть это элементарный пример, просто показательный. Соответственно, дальше мы просто достаем вот эту строку, достаем оттуда ID, ну и, соответственно, опрувим наш stage. Ну, это как это, в принципе, это работает. И также важная вещь – это вот этот URL. Почему я его оставил? Потому что этот URL ведет прямо внутрь нашего сообщения. Что это значит? Это значит, что мы можем сгенерировать новое сообщение, отправить его на этот URL, и текст нашего сообщения вот прямо здесь он изменится. Таким образом меняются наши баттоны, исчезли, и появилась идентификация, что у нас все прошло успешно. У нас заменилось все сообщение. Я просто послал то же самое сообщение, просто убрал баттоны и добавил строчку, что все хорошо. Если прошло плохо, мы бы добавили просто другую строку. Тело сообщения заменилось. У Slack есть ограничение, эта ссылка живет полчаса после того, как кнопка была нажата, и мы можем таким образом изменить 5 раз сообщение.
При том, что если, например, по какой-то причине у нас мы какие-то элементы оставляем в теле сообщения, например, другие баттоны, при нажатии на них будет сформирована, соответственно, своя ссылка, и там то же самое, можно 5 раз это дело все закидывать. И таким образом, вот это элементарный пример простой, как можно взаимодействовать. И на самом деле JSON может написать любой разработчик, собрать, никаких сложностей в этом нету. Вот. Секунду. Так. Хорошо. Ну, пример я показал, как это может работать, я также показал. Важно отметить, что все-таки Slack у нас принадлежит Salesforce, и, наверное, стоит ждать каких-то более удобных и глубоких no-код решений, которые позволят там, нам все подобные дела делать, но без написания кода. Ну, это логичное на самом деле развитие, и я думаю, что будущее за мессенджерами, но никак не за имейлами, которые, наверное, уже немножко отходят. Вот. Ну, на этом на самом деле я показал все, что я хотел. Если у вас какие-то вопросы есть, вы можете сейчас как раз их и задать. Да. Мы говорим, что мы все кидаем записи из Salesforce в Slack. А можно ли удалить? Ну, не в Slack в самом, а из SF. Ну, я пошарил что-то не то, например. Еще раз. У нас есть. У нас есть, например, opportunity, да? Я пошарил результаты. И не в тот канал. Не в тот канал удалить. Да. Ну, по факту, если что ушло, то ушло. Оно будет в канале. Единственный способ это дело удалить, это получить эту ссылку. Если вот ссылку, если там есть какие-то элементы, на которые пользователь может нажать, и у вас есть такая ссылка, да. Но по-другому никак. Зайти в канал и просто удалить, ну, сообщение руками. Как-то так. Какой? Так для этого ссылка нужна. Без ссылки мы не сможем это сделать. А ссылка у нас появится вместе с ответом каким-то из Slack, который придет. А это все генерится, когда у нас есть какие-то экшен-элементы, то есть баттоны, какие-то там чекбоксы, ну что-то, с чем взаимодействует пользователь. Поэтому никак. Зайти просто в Slack и удалить руками. Да, это, кстати, ID-сообщение, и да, мы можем посылать сообщение на API, используя это ID, попробовать что-то изменить. Да, кстати, это решение. Спасибо. Смотрите, вот то, что я сейчас показал, это все в бесплатной версии. Это в бесплатной. В платной там добавляется Workflow Builder, и можно вот это все связать с Workflow Builder. Поэтому как бы да, мы можем это все использовать. А по лимитам, ну вот у нас есть лимит полчаса, наша ссылка живет, например, мы можем 5 раз изменять это сообщение. На 6 у нас уже... сообщение, то есть сколько хочешь бомбардировать? Ну да, в принципе. А фишка Slack позволяет, ну, просто, не знаю, сделать запрос, вот у меня есть workspace, точнее, мы законнектили наш порт, просто сделать запрос, получить какие-то каналы, которые у меня есть, и получить... Да, да, это можно сделать, если у вас есть токен на уровне приложения, и там заданы соответствующие скоупы, да, это можно сделать, поэтому да. Можно отменить. А как получается авторизация идет? То есть ты сказал, что когда мы нажимаем какую-то кнопочку, у нас висит обратное сообщение в Salesforce. Ну, в данном случае, в моем примере, я использовал просто открытую ссылку, написанный REST Service и сайт, поэтому у меня это прилетало туда. Там я уже, соответственно, получаю токен. И, ну, таким образом, какую-то логику запускаю. Проверяю просто, что отменяли это сообщение. То есть они, кто-то там бомбардирует меня запросами. Еще? А когда уже Slack заменит чат? Это хороший вопрос, риторический. Но будем надеяться, что в скором времени. На самом деле предпосылок для этого предостаточно. Ну так там уже approval процессы практически настроены.
и месседжи будут просто туда-сюда слаться. Зачем уже чат? Ну, да. По сути, да. Но пока этого нет, пока мы используем то, что у нас есть. Слак надо вратить засунуть. Да. Ну, не знаю, может, ты интересовался пакет, который ты первым говорил. Есть, может, какая-то возможность с этим пакетом взаимодействовать с Apex? То есть, может, там есть какие-то глобальные методы? Михаил, повтори вопрос, пожалуйста, потому что не слышно. Вопрос состоял в том, можно ли с пакетом этим взаимодействовать из Apex. Да, можно. Там есть invocable метод, который мы можем вызывать, например, из Flow там, или из Process Builder. Но сам код пакета, он закрыт, мы его не видим, и, соответственно, как-то к нему там обращаться или что-то изменить мы не сможем. Не, ну типа, не обязательно менять, я имею в виду, что просто эти методы доступны. Ну там есть один invocable метод, мы его можем использовать. Остальные методы там недоступны, не получится ничего сделать. Они закрыты для такого взаимодействия. Invocable метод, он, собственно, и посылает вот это вот сообщение, как я в примере слал. Там можно добавить строку какую-то и отправить данные о рекорде. Все? Вопросов нет больше? Что можно делать с стандартным пакетом? То есть когда нужно API-шку сделать? Ну, API-шка нам нужна, когда нам надо нечто большее, чем просто нотификация. Когда мы хотим запускать какие-то процессы. В принципе, ну, мы можем какую-нибудь логику подвесить на что-то, приходящее вместе с алертом каким-то, да, но... По большому счету, ну, там, например, вот как две эти кнопки, ну, тут уже, конечно, понадобится API-шка. Ну, просто любая API-шка — это да, сейчас. Да. И это, ну, для каждого заявления. Да, да. То есть, да. То есть... Поэтому и вполне себе логично ожидать от того, что Salesforce добавит какие-то, расширит возможности там, которые он на данный момент предлагает. Этот пакет, ведь он апдейтился в 2020, ну, в прошлом году, в середине года. Много чего добавилось из того, что сейчас есть. То есть раньше он был не таким. Ну, раньше он и писался, собственно, до того, как Slack был куплен. Все? Еще один вопрос есть здесь онлайн задан, да, получается, про ограничение пакета, да, вот спрашивают у нас, все-таки просят еще перечислить ограничения, вот чего нельзя сделать с пакетом, почему нужно писать кастомную какую-то разработку? Чего нельзя, ну, мы не можем, у нас недостаточные возможности по взаимодействию из Slack'а в наш орг. У нас недостаточно возможностей. Мы можем присылать туда там сообщения, да, но у нас пакет позволяет нам слать в Slack, но вот из Slack'а в Salesforce таких возможностей, к сожалению, недостаточно. Вот как бы самое большое и главное ограничение, которое нас заставляет что-то придумывать и дописывать. Ты говорил, что сообщения шлются в канал, то есть ну, да. Там, где много людей. Получается, можно как-то настроить, чтобы не все люди могли нажать определенные кнопки? Это можно настроить в настройках канала. А что касается вообще отсылки сообщений, вот там, где мы указываем ID, там, где вот в моем примере был channel и channel ID. Channel ID — это не только channel ID, это user ID. Мы можем туда добавить юзера и разослать, например, это сообщение конкретным юзерам, чтобы не постить это в канал. И это снимает вопрос, что другие пользователи должны, соответственно, там что-то нажимать или не нажимать. Значит, тогда вопрос такой. Если несколько пользователей настраиваются, мы можем изменить кнопку? Да, но нам надо в таком случае продумать нотификацию. Если это, например, неважно, какой из юзеров нажимает, и, соответственно, кнопки должны быть неактивны, после нажатия юзера у нас должна быть логика, которая при нажатии другим юзером на эту кнопку пришлет сообщение, что, ну, там, прости, но уже как бы другой чувак все сделал.
Еще какие-то? Ну, тут еще один вопрос есть, спрашивают, в Slack можно слать только триггерами или как-то еще по-другому? Ну, не совсем понял вопрос. В Slack можно слать сообщение call-out'ом, а где у нас call-out происходит, из триггера или из какой-то логики, по-моему, без разницы. Или из процесс билдера, там, неважно. Ну, это не мой вопрос, я тебе просто адресую его. У меня есть вопрос. Можно чекать все, что произошло на орге, и как-то нотификацию паролить в Slack. А может из Slack на орг, например, добавилась новая группа, либо новый юзер, либо юзер переименовал себя, можно ли из Slack отправить? Ну, да. Конечно, можно. Для этого нам нужен какой-то шоткат, например, или слэш-команда, которую мы можем создать. И, например, мы можем создать слэш-команду, пользователь набирает там, например, какую-то команду, которую мы запрограммировали, и что-то шлется на орг. Мы можем это сделать при помощи workflow builder. Мы можем туда данные передать и отправить. Ну, как-то так вот. То есть, по факту, я могу создать новую группу в Slack, и у меня на орге отобразится, мол, создалась такая-то группа. Да, да, да. Да, но для этого придется, ну, какую-то сделать, какую-то автоматизацию, чтобы при наступлении такого события у нас, соответственно, слались сообщения. Да, можно. Все? Ну, да. А, да, вот еще. Да, то есть вопрос, кстати, про пакеты, сказал, что создаются триггеры. Вот, то есть, да, ну, с капотом обычный триггер на этот объект создается? Да. Он создается с префиксом там пакетным этим, соответственно, создается триггер. И вот когда я рассказывал про то, что там при нажатии на activate они создаются, это все происходит без проблем, на самом деле там есть инструкция, что делать, если возникли проблемы, если что-то упало. И сам Slack, он рекомендует пойти на sandbox, взять инструкцию, создать это руками и проверить, будет ли все это работать. Если это будет работать, перенести это на ваш прод. Потом триггер, и потом они выплевывают это куда-то в асинхрон, и в асинхроне это уже делается call-out? Ну, код у нас закрыт, пакета, поэтому как это делается, я вам не могу ответить достоверно. Но, скорее всего, как-то так, да. И когда мы настраиваем в алертах филды, соответственно, у нас триггер-то срабатывает всегда, но там должна быть логика, которая проверяет, ну, изменились ли филды из наших настроек, и посылает это в Slack. Спасибо. Триггеры мы можем посмотреть. Поэтому вот. Но они там просто диспатчер вызывают, поэтому мы там особо ничего не увидим. Все, я так понимаю, вопросов нету больше. Я могу передать место следующему лектору. Да, вопросов больше нет. Спасибо большое, Михаил. Хорошо. Все, спасибо. И пока мы ждем второго спикера, вот, в целом понравилось, ребята посмотрели, да. Кто-нибудь имплементировал интеграцию со Slack где-нибудь, когда-нибудь доводилось, нет? Ну вот и мы решили поделиться опытом, на самом деле, да, вот как это работает. Да, мы рассмотрели два простейших кейса, мы рассмотрели интеграцию через пакет и какую-то такую вот простую интеграцию, которая позволяет вам в обратную сторону отправлять тоже какие-то месседжи. Это все очень простые вещи, на самом деле, но так как пока что еще редко используется, я надеюсь, что было довольно интересно. Ну и сейчас давайте поговорим о картах в Salesforce. Кто любит географию? О, есть один человек. Актуальненько, значит. Хорошо. Мой коллега Сергей Русецкий, прошу. Да, спасибо, Дима. Надеюсь, меня слышно, так? Так, посмотрим, в какую сторону листать. Хотелось бы рассказать вам про работу с геоданными в Salesforce.
Вообще, кто я такой, чтобы об этом мог говорить? То есть меня зовут Сергей Русецкий, я работаю в компании VRP Consulting уже несколько лет. И до того, как я пришел в сферу Salesforce, я работал в разных сферах наук о Земле. То есть вот второй пункт геодезист у нас. Математики отобрали слово геометр, но вот пришлось выдумывать науку геодезию, но в целом достаточно интересно там работа с электронными тахиометрами, GPS-приемниками, там 3D-моделями рельефа, снимками и так далее. Но, разумеется, ничем из этого я вас грузить не буду, просто хотелось рассказать, что как раз обе профессии все-таки смогли соединиться в некоторые части Salesforce, и говоря о геоданных в Salesforce, просто хотелось провести некое summary по всем, по большинству фич, потому что, я думаю, пока я говорю, уже могли какой-нибудь еще пакет на AppExchange загрузить и дать некоторое видение того, в какую сторону это может развиваться. А прежде всего хотелось сказать, что такое геоданные. В английском языке используется слово special. Ну, оно очень похоже на special, но special. Я все-таки не столь хорошо говорю на английском. А в русском языке еще любят подчеркнуть, говорят прямо геопространственные данные. И этим подчеркивается, что вот у нас есть пространство, есть самые различные способы описать там различные системы координат и так далее. Но геоданные, мы как раз говорим, что мы говорим о земной поверхности, и мы, настолько обнаглел, что предложил даже свое определение, то есть мы работаем от размерности всего земного шара, это самый мелкий масштаб, и самый крупный масштаб — это вот 1 к 500, то есть в одном сантиметре 500 сантиметров, в метре можете перевести сами, а то, что крупнее, фактически это уже какие-то чертежи, то есть вот те данные, с чем мы работаем. И что самое хорошее, то есть если раньше надо было задумываться там о проекциях, как перевести одни координаты в другие, то фактически сейчас там все знают, что такое GPS, что такое широта, долгота. И самое хорошее, что наверное, в 95% случаев этих знаний нам хватает для обычного веб-проекта. Некоторые могут сказать: «О, я еще знаю о проекции UTM». И просто там на картинке покажу, что вот у нас вот проекция UTM, то бишь наш Меркатор, где углы сохранены, но при этом площади не очень. И мы видим, что там у нас огромная вот Гренландия, да, вот кто-то вспомнил географию, но на проекции повыше мы видим, что площади уже сохранились, а расстояние не совсем. Вот, и как раз-таки на этом слайде я попытался перечислить те фичи в Salesforce, которые есть для работы с геоданными. Пожалуй, не буду их перечислять, потому что они у нас будут дальше на слайдах, но хотелось бы подчеркнуть, что есть большая разница между Maps в Salesforce и Salesforce Maps. И чем они отличаются, мы это и обсудим. Вот, во-первых, хотелось бы отметить, что у нас в Salesforce есть два compound, то есть составных типа данных. И вот все, что я нашел, только два типа, адрес и location, они есть compound, то есть других я не нашел. То бишь, эти типы, они как раз были созданы для работы с геоданными. Вот, и начнем мы, конечно, с location. Он немножко проще, потому что фактически это и есть то, если мы добавляем это поле, то автоматически у нас добавляется широта и долгота. И что хорошо, мы это поле можем добавить к любому объекту, как стандартному, так и нашему кастомному. С адресом немножко похуже, потому что адреса добавлены только к некоторым стандартным объектам, и мы не можем добавить поле адрес ни в стандартный, ни в кастомный. Мы можем использовать только существующие. Вот. Но адрес, он немножко, как в программировании, он расширяет наш тип location, то есть у нас остается широта и долгота, и вот добавилась точность. И если мы посмотрим на
Опины — это как раз точность геокодирования. И как раз мы об этом немножко поговорим на демо. И осталось еще две группы. То есть это почтовый код, о котором мы также поговорим, ну и наш обычный адрес, который состоит из четырех подполей. И мы замечаем, что фактически вот есть у нас обычно в Беларуси, там говорят, там улица и номер дома, и иногда корпус, то в данном случае вот у нас это поле Street Detail, оно включает в себя все, все улица и все, что ниже. Вот, случайно просто, когда готовился к презентации, оказалось, что в Salesforce даже есть такой объект, как Location, в котором уже есть поле Location, и, как в справке написано, это какой-то, не знаю, можно представить склад им. Вот, не так часто используется. Вот, но класс, вот Location класс, мы как раз-таки использовали его на одном проекте, там ничего сложного, просто вот у нас есть наш объект, и мы можем у него получить широту и долготу, а если у нас есть два объекта, то мы можем получить расстояние между ними. Картинка просто для привлечения внимания. Наши пиар-менеджеры немножко забраковали другую картинку, поэтому пришлось сделать эту. Вот. И говоря про наш Sockwell, то, у нас, не знаю, мне кажется, каждый раз, когда там заходишь в Help, добавляется что-то новое, но для работы с геоданными в Sockwell у нас как раз-таки есть две функции. То есть geolocation — это для того, чтобы можно было взять откуда-то широту и долготу и получить из него этот объект. Совсем забежал вперед. Так вот. Соответственно, если у нас в каком-то объекте хранятся locations, и мы откуда-то его получили, мы можем между вот этими двумя объектами получить дистанцию и, допустим, выбрать наши вот эти warehouses, которые находятся на определенном расстоянии от текущей координаты. И хотелось бы сказать, что вот я уже работаю в VRP Consulting почти 5 лет, наверное, полтора десятка проектов я принял в них участие, и два из них как раз-таки были немножко связаны с работой с географическими данными. Иногда геоданные называют и географическими. Вот. И что интересно, как раз-таки оба этих проекта были завязаны на Британию и на британские почтовые коды. И вот этот сайтик, вот, тут он не виден, в общем, там есть небольшой сайт, это самое интересное, это частный сайт, и там человек, как раз у него, по-моему, фамилия такая, вот Дугал, да, он его поддерживает, предоставляет API, предоставляет возможности для выгрузки, ну и, наверное, живет для, за счет рекламы и каких-то кастомных интеграций. Вот. И что интересно, что как раз-таки вот тоже на одном проекте из проектов столкнулся, что вот следует отличать country, то есть как страна, и county, то есть county — это как графство, ну, достаточно специфичная британская, может, и американская вещь. Вот. И как раз-таки кратко о двух этих проектов. То есть на первом мы как раз-таки задача была, что человек хочет ввести свой адрес или почтовый код и узнать, что вот в этом графстве, ну вот и конкретно по его почтовому коду, какой у него член парламента, ну там, ну вот помните это, не знаю, там палата лордов, палата общин. Вот, и мы интегрировали здесь 2 API, то есть как раз таки с этого сайта мы взяли почтовые коды и counties, а со второго API мы взяли counties и членов парламента и интегрировали. И человек, введя свой почтовый код, сразу знал, к какому члену парламента он может обратиться. А во втором проекте уже тоже как раз таки, но уже на фронт, команда фронтенда, она получала почтовый код, преобразовывала в координаты и отсылала нам. И имея тоже какие-то свои объекты, мы не просто получали дистанцию, мы по дистанции от получившихся координат делали ранжирование и отдавали обратно на фронтенд, где-то отображалось. Картинка тоже просто для
отвлечения внимания из определенной геоинформационной системы. Вот, и сейчас мы подходим уже к тому, то есть чем вообще отличаются карты в Salesforce от Salesforce карт. Вот, значит, здесь вот, ну, возможно, вы видите, но я зачитаю, что вот тут такая картинка, и если вы зайдете, ну, достаточно часто, если вы заходите на куда-то на давно не обновлявшийся сайт, вы видите там, при загрузке карт возникла проблема, и здесь вот таким watermarками написано for development purposes only. То есть если вы просто хотите, допустим, не Salesforce систему интегрировать с Google картами, а просто Google карты хотите интегрировать, вам нужно получить API-ключ, а для этого, насколько я помню, еще требуется ввести данные кредитной карты, и если к вашему сайту будет там больше скольки-то тысяч запросов там в день, то начнут сниматься деньги. И поэтому чем хорошо, что все-таки Salesforce сделал такую небольшую оберточку над Google картами, то есть там уже не надо думать о лицензиях. Это, кстати, это нету на development.org, это уже можно только на сэндбоксах и обычных платных оргах. Все-таки работа с Google API упрощена, я думаю, что ну, кто-то из вас с ним работал, и интеграция достаточно проста. Вот, и как вообще это карты в Salesforce представлены, то есть у нас для каждого из наших фронт-энд фреймворков есть тег, то есть у VisualForce, у Aura, у LWC, и мы можем загрузить карту и каким-то лупом пройти и добавить маркеры, ну а на маркеры добавить еще какую-то информацию. Вот, и сейчас попытаемся тогда сделать совсем маленькую демку, чтобы не заскучать. Так, надеюсь, меня не разлогинило. Так, так, мышка, мышка. Просто нажать. Угу, спасибо, появилось. Так, попробуем. Так, значит, я здесь взял небольшую приложеньку, просто чтобы отобразить аккаунты на карте. Вот, покажу, что у нас нету еще никаких аккаунтов. Так, вот, all accounts, и нету ничего. Вот, и когда мы добавляем какой-то, так, давайте разрешим notifications, там, допустим, test one, и мы больше ничего не добавляем. И заметьте, что для аккаунта мы вынесли отдельно биллинг-адрес и шиппинг-адрес. Ну, я думаю, те, кто закупался в интернет-магазинах, представляют, какая здесь разница. Но я ничего вводить не буду. И заметьте, что в данном случае нам есть улица, город, почтовый код, и остальные данные адреса, но мы не можем ввести широту и долготу. Вот. И если мы зайдем на layout, то у нас будет просто одно поле, там биллинг-адрес, либо шиппинг-адрес, и не будут отображаться составные части этого compound-филда. Вот. И если мы попытаемся зайти на нашу карту, то, разумеется, если нет никаких координат, то мы никаких аккаунтов и не увидим. Так, попробуем, значит, сейчас по-быстренькому импортировать. У нас здесь... Так, VRP Offices — это обычный CSV-файл. Я, чтобы показать, что я вас не обманываю. Вот, то есть у нас есть поля name, различные составные части почтового адреса, но без координат. Вот, и... Посмотрим, вот у нас где-то тут будет наш VRP-шный офис, в котором мы находимся, там именно Франциско Скорины, и посмотрим, как оно закодируется. Так, угу. Значит, мы попытаемся закинуть в аккаунты, добавим рекорды, закинем CSV-шку. Так, давайте на всякий пожарный я закину в UTF. И у нас там будут запятые. Так. Угу.
Так, Meetup открываем. Так, секундочку. Да, спасибо. Так, консольнем. Так. Так, сейчас подождем буквально секундочку, пока наши шорты превращаются в брюки и наоборот. Так, угу. Так. Дата. А, вот он появился, наш DAP Data Import Wizard. Еще раз запустим. Так. Так, подсказывайте, чтобы я более внимательно. Так, VRP Offices. Угу. Так, запятые. Давайте на всякий пожарный все-таки выберем UTF-8. Так, окей, значит, мы видим, что у нас что-то больше похожее на правду. И нажимаем Next. Так. Насколько я помню, импорт проходил за пару секунд, то есть мы даже на нашу джобу, наверное, не будем смотреть. Так, давайте посмотрим на все аккаунты и переключимся на all. Так, их должно быть здесь несколько пообщ. Да, вот видим, да, несмотря на то, что UTF-8 Краков как-то не совсем хорошо импортировался. И вот наша карта. Вот. И заметьте, что офисы добавились, несмотря на то, что мы координаты не вводили. Это потому, что в Data Integration Rules было настроено геокодирование. И как мы видим, да, что все-таки наш офис попал не на Франциско Скорины 2, где все-таки мы находимся, а немножко в другое место. То есть, о чем я здесь еще хотел рассказать, то есть я попытался еще импортировать русскоязычные адреса, и там этого не вышло. То есть, в принципе, геокодирование не произошло. Вот, но и если мы заметим, так, давайте еще раз в Workbench сделаю этот вопрос. Запрос. Так, наверное, из Workbench вылогинило. Угу. Так, ну что, как у нас со временем? Так, наверное, вторую демку тогда уже не будем запускать. Так. Так, все-таки тогда запустим, наверное, из Developer консоли. Там не такой четкий шрифт. Ну, и execute. Спасибо, давайте попробуем. Угу. Так, вот, и о чем я хотел сказать, что вот у нас здесь не очень хорошо видно, да, но вот это billing geocode accuracy, то есть точность геокодирования, да, и мы видим, например, что, то есть у нас есть точность блок, да, city, почтовый код, да, для нашего Франциско Скорины. И, в принципе, мы видим, что для канадского офиса у нас была задана только Канада, и, соответственно, если хотя бы был задан, наверное, город, там точка в середине города, то точности как страна нам не хватило. Так, вот, это, значит, по нашим стандартным фичам карт в Salesforce. Так, и теперь мы уже переходим к Salesforce картам. Что же все-таки Salesforce карты? Если вы слышали о Field Service Lightning, то вы помните, что
был когда-то такой пакет, и Salesforce его купила и более глубоко в себя интегрировала. И то же самое, что получается в 2019 году, с учетом самых различных факторов, существующий Salesforce пакет Map Anything, его Salesforce приобрела и стала гораздо более сильно пушить. На Trailhead уже есть достаточно большой собрание модулей по работе с картами, но чтобы не задерживаться, хочется подчеркнуть, что все-таки если в Salesforce картах мы просто добавляли маркеры, то здесь фактически это интеграция с Salesforce более продвинутых фич Google карты. То есть, прежде всего, это более продвинутая визуализация. Отдельно выделяют территориальное планирование. Вот, наверное, одно из самых таких интересных применений — это трекинг транспорта, курьеров. То есть, как один из примеров, что как только курьер оказывается недалеко от вас, то приходит оповещение. Но, наверное, пожалуй, самая важная фича — это построение путей и оптимизация. То есть, наверное, те, кто учился, я, как вы понимаете, учился не на FPM, поскольку рассказываю вам о географии, а вот те, кто учился на FPM, представляют себе задачу конвейажера, то есть когда как раз-таки наш сейлс-менеджер должен посетить много городов и много локаций в этих городах. И это алгоритмически сложная задача, то есть чем больше вам необходимо посетить, там вот как раз-таки вот эта вся теория графов и так далее. И хорошо, что вот это все у нас прямо-таки в Salesforce интегрировано. Вот. Так, вернусь немножко назад и скажу, что все-таки еще раз, это бывший Map Anything, это отдельный Salesforce пакет, и он, соответственно, если Salesforce карты у вас бесплатные и ограничения только по автоматическому геокодированию, то здесь уже фактически, по-моему, там $70 на человека в месяц. То есть это достаточно дорогой пакет. Вот, и как, хотелось бы немножко рассказать о том, в какую сторону это все-таки движется. Есть такая компания, раньше у нее название произносилось как ESRI, сейчас они как-то стали не очень благозвучно называться как ESRI, вот, но у них один из основных продуктов это ArcGIS, то есть это, пожалуй, наиболее популярная, наиболее геоинформационная система, комплекс продуктов, которые позволяют решать любые там задачи там геоаналитики, создания любых карт и так далее. Вот. И что на этом экране? То есть мы как раз-таки в наши Salesforce карты можем добавить любой слой, созданный в разных геоинформационных системах. И я предполагаю, что Salesforce карты будут двигаться именно в сторону геотранспортной аналитики. То есть что подгружаются любые необходимые, как у нас S-Objects, то в геоинформационных системах принято делить на слои, и мы можем там добавить какие-то слои зданий, слои населения, то есть все, что только можно. И после этого, скорее всего, я предполагаю, Salesforce добавит какие-то операции геоаналитики, то есть чтобы, допустим, мы ставим какую-то точку и представляем, что вот в радиусе этой точки находится там столько-то кастомеров, у них такое-то распределение и так далее. Вот. Наверное, просто покажу, как Salesforce карты выглядят. Буквально одну минутку. Так, немножко не ту кнопку нажал. Так, то есть я сейчас захожу на другой орг. Вот, и я как раз-таки нахожусь в приложении Salesforce Maps. Так, что здесь? Так, есть ли у меня какие-то saved? Так, я, по-моему, добавил... так, если будет... В общем... Что я хотел изначально сделать? У нас была
карта елочных базаров хотелось загрузить, но, как и говорил, что геокодирование по русским адресам не вышло. Так, построение маршрутов. Давайте попробуем построение маршрутов. И я сейчас постараюсь зайти в нашу location. Вот, значит, в данном случае, то есть, если вы помните, там были елочные базарчики, на которых можно было покупать. Я уже, поскольку геокодирование не вышло, а вручную набивать все 80 штук было неинтересно, просто решил, хотя бы там парочку внести. Вот, и что мы видим, что если мы хотим добавить какую-то остановочку, то есть, еще раз, допустим, давайте, вот вы примерно где живете? И, там, ну, можете называть адрес там в 10 домах от вас просто. Так, Серебрянка. А улица и дом? Так, давайте попробуем. Так, Рокоссовского. Так, 8. Я расслышал 8, но надеюсь, это не ваш личный адрес. Вот, и оно нам... предлагает, да, то есть в данном случае, да, то есть наше геокодирование, оно произошло не на батче, а мы выбрали. Так, куда оно добавилось? Нестерова. Вот оно, Рокоссовского, да, и мы там выбираем оптимизировать наш маршрут. То есть мы представляем, что мы выехали из нашего офиса, хотим посетить все наши точки и вернуться назад. То есть и несмотря на то, что точек не так много, но какое-то время построение маршрута занимает. Вот. Что из интересного, то есть, ну, они почему-то решили добавить карты погоды, то есть, ну, я так понимаю, что по Америке все-таки не хочется попасть в какое-то торнадо. Вот. Ну, в общем, это достаточно такие здесь стандартные вещи, а куда это движется, я вам все-таки рассказал. Так, я сначала должен был переключиться на презентацию. Так, буквально пару минут. Значит, хотелось бы сказать, что был для того, чтобы сделать Salesforce Maps, взяли самый популярный пакет, но если вы зайдете и наберете там геодаты или так далее на App Exchange, еще будет куча различных приложений. Ну, наверное, такое самое интересное и Special. Ну, их, я думаю, не выбрали именно потому, что она... из основных фич, это то, что мы можем работать в других системах, кроме Salesforce, а именно Map Anything, он именно cloud-based, именно на Salesforce. И, разумеется, если у вас есть любая другая картографическая гео и другая технология, используя Salesforce API и API той технологии, вы можете интегрировать их как хотите. И вот ради примера, то есть вот здесь вот, не знаю, насколько хорошо видно, это наши офисы VRP, и если вы были, ну, просто супер внимательны, то на этой карте вы заметите там пару новых офисов, которых не было в той табличке. Вот, и это просто ребята скинули какую-то штуку, которую они делали на SVG-шках. Вот. И меня вот достаточно-таки случайно коснулась такая тема, именно это... Map Charts, GeoMap Charts, на самом деле именно потому, что Salesforce приобрела табло, надеюсь, я правильно прочитал, вот, внутри этой системы как раз-таки были встроены карта-диаграммы и картограммы, и это, ну, поскольку табло немножко интегрировалось, это есть в справке, но более глубоко я не лез. Спасибо, у меня все. Надеюсь, я сформулировал какие-то фичи, которые не так, конечно, будут востребованы, как Slack, но в некоторых проектах могут вам пригодиться, и, может быть, у вас есть какие-то вопросы. Да, есть вопрос. Salesforce Maps при рассчитывании и построении маршрутов учитывает трафик динамический или нет? Так глубоко я не лез, но я подозреваю, они идут какой-то из запросов к Google
то есть и Google API, то есть это надо читать документацию, не владею. Там прямо на демо я видел иконку со светофором, возможно, она как-то активирует, что-то с трафиком связано. Не знаю, я не пользовался Salesforce Maps Cloud, но просто коммент. Google Waze есть, значит, трафик можете читать. Говоришь, Сергей, что оно стоит $70 на юзера в месяц Salesforce Maps. Насколько я помню, да, может 75, но я думаю, это не такая большая разница, 70 и 75 для тех, кто этим будет пользоваться. Короче, половина Salesforce лицензии, если у вас Enterprise Edition. Поэтому мы все еще интегрируем простенькие карты с отметками на проектах для наших клиентов. Хорошо, коллеги, еще вопросы есть? Нет. Положим, у меня есть карта, файл графических данных, например, в формате shape, который будет содержать границу какой-то области. Или, например, GeoJSON. Это можно будет сразу импортировать и переходить? Ну, кизу, например. То есть, в данном случае, да, то есть пока сейчас просто вот shapefile, да, вы можете его закинуть на сервис там ArcGIS Online, и этот сервис, вот как я показывал, по этой кнопочке добавить. Но пока именно с рекордами, вот то, что вот я вижу сейчас, оно не связано. То есть это именно для визуализации. Но то, что вот, ну вот мы видим, то есть это пока вот построение маршрутов, да, то есть мы можем выбирать аккаунты и так далее. То есть я рассказал лишь о нескольких фичах пакета, но если вам, ну, надо именно это интегрировать, то придется самому через любую часть Salesforce, которую вам удобно будет. И тогда еще вопрос очень интересный. Я даже поделюсь более, у нас на проекте кастомер очень понравился стандартный адрес field, и он заказал это на кастомный объект. Вот, может, у вас есть опыт реализации такого solution? Значит, я... Опыта именно нету, но когда я рылся, что все-таки хотелось бы именно добавить, то есть в чем вообще преимущество поля адрес, это именно потому, что в Data Integration рулах можно настроить геокодирование. Но, насколько я понимаю, где-то рядом можно, чтобы заполнялся, допустим, адрес на аккаунте, и более-менее при помощи этих рулов вот эти координаты пересинхронизировались с координатами другого объекта. Но сам я этого не делал. Угу. То да, есть, пожалуйста. Получается, если хочешь загрузить кастомный объект, то загрузить сначала аккаунт, да, вот, а потом убить эти записи, да, вот, и создать кастомные, переложив. Не, ну solution работать будет. Не, ну просто там сказано в самих Data Integration Rules, угу, сказано, что мы пользуемся сервис, ну, Salesforce пользуется сервисом там Data.com и геокодированием, вот. То есть, конечно, то есть можно там реализовать любой кастомный solution, да, но надо учитывать, что там геокодирование требует определенных денег. Поэтому в Help я видел workaround, но не реализовывал. Там еще был один вопрос. Давайте послушаем. Да. По-моему, я видел в релиз-ноутах, может, даже этого релиза, что они планируют добавить кастомный тип адрес. То есть можно будет создавать поле с типом адрес. Ну, может быть, будет хорошо, потому что, говорю, Salesforce, вот когда-то смотрел какую-то из презентаций, она развивается просто как взрыв, и просто невозможно за всем уследить. Если они смогут это добавить, будет хорошо. То есть, ну, в любом случае, как бы основная фишка адрес, ну, то есть, как фишка, то есть это как одно поле, то есть на лейауте мы его добавляем, и геокодирование. Если нам надо делить по частям, да, конечно, ну, приходилось там выбирать свое то же самое, там, когда выбираешь там определенную птичку там в территории планинг, я, возможно, не так нажал фичу, то есть там появляются не country, а country codes и так далее. В общем, в детали уже там все уже, наверное, хотят перейти в автопати, поэтому, может, еще какой-то последний вопрос и... Дима, да, вот я, наверное, помню. У меня просто, я просто хотел починить камеру, но, видно, она уже устала, вот, и ничего у нас не получилось.
Тем не менее, всем спасибо, коллеги, что подключились и онлайн, и пришли к нам в гости. По поводу тех ребят, кто подключился онлайн, да, мы не смогли там ответить на все вопросы эффективно, потому что, ну, все-таки такой формат, когда у нас гибридный, когда совмещается и то, и другое, он немного более сложный, и приходится фокусироваться на вопросы из зала больше, да. Вот. А по поводу автопати, у нас это еще не все. Все привыкли, что у нас выступают спикеры, и на этом все. Мы решили в этот раз сделать немножко более интересней и провести викторину. Можно поучаствовать в супер-мега крутой игре, ответить на вопрос. И мой коллега Василий, он проведет эту викторину. Он подготовил суперские интересные вопросы о Salesforce. Если вам повезет, если вы ответите на эти вопросы, вы даже получите приз. Да, к сожалению, все это только для тех, кто пришел офлайн. Но я сказал, это пока еще идет запись, так что, ну чтобы как бы было вот интересно тоже. На самом деле, да. Тем не менее, мы останавливаем тогда трансляцию. Всем спасибо большое. Подключайтесь к нам на следующие митапы. Мы обязательно их будем проводить, будем выбирать темы. Пишите нам то, что вы хотите послушать. Мы обязательно включим это в повестку. Спасибо большое тем, кто присоединился онлайн. Ну и тех, кто у нас пришел в гости, может поиграть в игру. Ждем вас. Пока.